Ехали мы на свое место. Ну и здесь мы уже один такой встречали. Видите, его уже съели. Плохой. Еще один расквасившийся. Это белый. Здесь вон вижу сыроежка. Тоже она погрызанная. Запах, конечно, стоит. Эти грибы испорченные. Видите, в червяках все. Вот еще маленький белый. Даже не смог вырасти, потому что ему жарко. Жара здесь невыносимая, правда? Где ты, говоришь, еще один? Мы всегда вот по этому месту ориентируемся. Здесь всегда бывают первые белые. Вот видите, тоже старик стоит уже. О. Муравьи уже его. Ага. Кстати. Именно, ну нет, червоточины тоже есть, ну, но муравьи его он съедают. Он еще плотный, посмотри, он прям плотненький. Жарко, жутко. Давайте посмотрим, чего еще здесь будет. Вот еще сыроежка. Хороший, сейчас, погоди, бегу к тебе. Сыроежка тоже уже к праотцам просится. Где, покажи. Это сыроега. Ну да, хорошая. Можно взять, знаешь, для того, чтобы... Вот она, плотненькая. Да, вообще такая прямо... Ну вот, смотрите, еще белые, которые уже все крякнули. Вот еще, вот еще, вот еще, вон еще. Это целая наша поляна, которую мы всегда в первую очередь обходим. Вот если бы мы приехали сюда несколько дней назад, то мы бы их как раз бы срезали. Ну, не судьба. Вот видите? Здесь всегда их на этом пятачке очень много. Ну, самые первые. Я здесь даже как-то в начале мая собирала, представляете? Ну. Сыроежка? Ну, вынимай, посмотрим. Что-то червивая. Вот, да, ради интересно. Ага. Видите, вся в червоточинах. Еще даже цвет тряпка не успела. Да. Держи. Держи. Покажи. Тоже. Видите? Молоденькие, но все уже червивые. Да, вот они, белые. Еще один. В общем, все высохло. Поздно мы приехали. Надо было сюда приезжать несколько дней назад, перед жарой. Тогда, возможно, мы бы успели что-то еще и найти свеженькое. Сейчас пойдем в другой лес. Да, а вот смотрите, малыши. Вот прям маленький белый. Вот он. Где-то еще один здесь. Вот еще один. Но они все даже не растут. Видите? Червивые. Ну, потому что им все. Сгнили. Да, вот еще один. Тоже уже. Все. Крякнул дружок. Высох. Так, кого это мы тут нашли? Жимбин, что ли? Точно, посмотри, шампиньончик. Ой, какой. Молоденький, красивый. Ой, малыши совсем. Посмотрим. О, так он не сухой, слушай. Ну вот шляпку можно взять. А, червивая полностью. У меня червивая, у тебя? Да, тоже. Вон я его нашла издалека. Сейчас бегу, смотрите, я его нашла. Пусть он червивый, но зато он у нас будет в копилке. Да будет, будет червивый, но зато посмотрите, какой классный. Да червивый. Ну и что, зато мы его нашли, да? Да. Ура. Первый подосиновик в этом году. Да. Класс. Сдалека ты его заметил. Да, так он стоял прям, как этот. Пойдем по ряду пройдемся. Давай. Вдруг. Класс, оставляем его, конечно же. Пусто, пусто и сухо. Все, что находится, это высушенные, либо съеденные. Ну, зато прогулялись. Жарко невыносимо. Я еще от комаров надела куртку. Так я вся уже, мне кажется, как лошадь загнанная в мыле. Ничего нет, зато погуляли. Чего, пошли обратно? Все, домой едем. Жаревич просто невозможно. В лесу душно. И комары еще летают. И видите,
с длинным рукавом. Просто невыносимо. Сухо. Виталик нашел. Нашел, но он, видите, снова красавец, погрызанный мышками. Даже твердая ножка. Слушай, твердая ножка, но он, конечно же, уже съеденный. Большой подосиновик. Разрезать будешь, посмотрим? Конечно. Давай. Погляди. Смотри, нога. Погоди, идеальная. Ко мне. Угу. Слушай, даже не пожратый. Ну, гименофорову, конечно, съели полностью. Идеальная нога. Угу. Ну, вон. Ради интереса. Вообще, слушай, здесь даже нет. Подожди, сфокусирую. Идеальный. Дергается. Ну да, может гименофор обрезать и взять? А куда мы его одели? Ну, согласна. Все, оставляем. Дело. На. Ну так. Сыроеды. Может, хорошие даже. Может, хорошие. Лёгок засел. Ну-ка. Это сыроежка. Это еще одна червивая. А ну-ка, сними меня. Ой, у меня тут кто-то нацеплялся на мне. Какие-то... Комары, кстати, обратила внимание, только появились тут. Ну чё, хороша? Ну не очень-то. Поеденная. Ну ещё шляпка хорошая. А что ты предлагаешь взять? Нет. Предлагаю не брать. Червивая. Ну не очень, но червивая. Ну червивую пускай остаются. Погоди-ка, вот это что такое? Вечно на меня. Бедные штаны, они уже все круги ада прошли. Гля, садятся комары. Роятся прям. Морда у меня красивая? Да. Подняла себе куртку. Посмотрите, этому может полчасика походили. Вся спина у меня мокрая. Вот это не продувается. О, то же самое. А вам плохо видно, но вот это все мокрое. Дышать нечем. В общем, не нашли мы как. Нашли грибы, которые уже высохшие. Конечно, мы там ничего не брали. Брать нечего. Ну, зато прогулялись, посмотрели. Поняли, что нужен дождь. И сейчас поедем домой. Оладушками заниматься. Ой, хочется в душ. Куда упала, зараза? Вот она. Все, едем домой. Если бы дожди, конечно, прошли, и была бы такая же жара, то грибы были бы. А дождей нет. Сейчас только одно. Ждать их. В общем, собственно, это мы и будем делать. Так жарко, просто невозможно. Почти час домой ехать.